утро, мои дорогие подписчики! Напоминаю вам, что вы находитесь на канале Елена Ермакова. И я желаю вам сегодняшнего выходного, хорошего утра. И план сегодняшнего нашего дня заключается в следующем. Первое у нас бассейн. Значит, как всегда, утром надо проснуться, нырнуть в бассейн. И следующее... Мы нашли на нашей грядке, по-украински это будет по-русски шампиньон, по-украински почерыця. После таких дождей, если есть шампиньоны, значит в лесу они тоже есть. То есть сегодня у нас будет путешествие в лес. Я надеюсь, что мы найдем грибов. И я вам обязательно об этом расскажу. Сейчас я вам покажу шампиньон на нашем газончике. Вот травка. Такой вот шампиньончик. Сейчас я его сорву. И покажу в руках. Его Дашка, его уже обгрызла наша собачка Дашка, но прекрасный за ночь, буквально за ночь вылез вот такой красивый шампиньон. Поэтому пойдем, поищем, может быть найдем маслята, может быть найдем белые грибы. Я вам обязательно расскажу, есть грибы или нет в лесу. До новых встреч, друзья! Кто на меня не подписался, подписывайтесь. Подписывайтесь на мой канал. Будем дружить. Я вам очень много интересного расскажу. До новых встреч!